Здравствуйте, друзья, здесь Деменков Юрий. Я в последнее время с таким юношеским задором рассказывал про ноты, и особенно про ноты, которые дают, вот то, что я вкладываюсь в ноты, которые дают по 20% годовых, что, в общем-то, кажется, я немножечко переборщил со своими восторгами. Вот. Почему? Потому что у меня появились вопросы у людей, которые меня немножечко напугали. Еще один момент. Я недавно снял видео о том, как я ворочаю миллионами, которые мне не принадлежат, которые я взял в кредит. И может быть, кто-то что-то не понял, может быть, что-то не вполне как бы дошло до людей. Вот. Дело в том, что некоторые люди сгоряча начинают задавать мне вопросы, и в частности, один из моих зрителей, Артур, он мне спрашивает, говорит: Юрий, я хочу взять кредит в банке для того, чтобы вложиться в эти ноты. Кредит будет взят под 12 или 11%, а ноты дают 20%, я хочу это самое сделать. Как вы относитесь к этой идее? Я такой с ужасом: что? То, что меня спросил Артур, я прямо ему в ужасе, среди ночи писал, что: Артур, не делай этого, ради бога. Если есть хотя бы какой-то риск, никогда не делайте инвестиции в кредит. Это очень важно. Дело в том, что Артур, наверное, меня не так понял. Я брал кредит не потребительский, не в банке. Я брал кредит у брокера. Я брал кредит у брокера сначала там на 5 минут, взял деньги в кредит 1 200 000, а потом, на 2 или на 3 часа. И я за это не заплатил ни копейки. Это не кредит, на самом деле, это плечо называется, когда берешь у брокера. Он дается по умолчанию, и он кратен сумме активов, которые есть на счете. Вот. Это ни в коем случае не потребительский кредит, то, что люди имеют в виду обычно под словом кредит. Вот это вот очень важно. Дело в том, что если вы возьмете потребительский кредит, скажем, на 1 000 000 рублей, то вам банк даст кредит на год, во-первых. Во-вторых, значит, он даст вам кредит под те же самые, 12% годовых, да. И если вы берете 1 000 000, то вы должны будете заплатить банку 1 200 000. Но как вы его заплатите? Вы заплатите банку этот кредит частями. То есть, смотрите, каждый, банк вам даст график платежей, и в эти платежи входит что? Проценты и частичное погашение кредита. 12% это, 120 тысяч, и 120 тысяч делим на 10, это 10 тысяч рублей, и будет часть идет в погашение кредита, которое 1 000 000 делим на 12, получается 87 тысяч, 87 плюс 9, где-то вы будете отдавать 95 тысяч рублей в месяц, то есть вы будете отдавать 10% в месяц, а 20% годовых, которые вы получите от ноты, это 1,6% в месяц. Где вы собираетесь брать еще 8% в месяц, я не представляю. Во-первых, во-вторых, нота — это все-таки рискованный инструмент. Здесь есть риск. А в кредите риска нет. То есть вы его однозначно отдадите. Если вы задержите хоть один платеж, то вы отдадите еще больше. Вот. В конце концов рискуете наткнуться на коллектора или страшные вещи, когда будете вынуждены объявлять себя банкротом и так далее. Это все не так приятно. Не надо брать кредит потребительский в банке ни в коем случае для инвестиций, если вы не стопроцентная здесь гарантия. Здесь нет стопроцентной гарантии получения прибыли. Вот что я хочу сказать.